аспект какой-то получить, ну, код защиты, код поддержки. Скорость перемещения и получаемый урон увеличивает. Очень хорошо. Для мазохистов, да? Так. Куда же мне надо-то? Сюда? Ну, что скажете? The path to the stream is growing clearer. А третья The path to the stream is growing clearer. Ты повторяешься. And your heart is closer to complete. We would offer all for your deeds. Wow. But that would be interfering. And interfere we cannot. Нормальные у тебя ножки. Синие все. Ладно. Так. Я прилетел не сюда, по-моему. Я клубей не помню, куда мне. Как мне туда попасть? А, наверное, в Алексион. Заброшенные залы, ворота цитадели, может быть сюда. Блин. Тут на самом деле локации пипец размерами. Не знаю, как город Ленинград, блять. Хрена не сюда. Ладно, я сейчас, короче, найду место и начну уже оттуда. Это локация до первого бодомолога бежать по этой локации. Ох, тут с приключений, конечно. Очень сложно бежать было. Ладно. Ну, короче, это вот место, зал переброски. Обелиск называется. Отсюда попробую добежать. Если вспомню, куда бежать. Могу бежать сюда. Здесь тоже не просто. Тут завалить могут. Очень запросто. Особенно если вот так вот стрелять, как я сейчас. Ну, если вот так стрелять, то не завалят. Врач сказал нахуй, значит нахуй. Отведай вот этого, son of a bitch. Так, вот здесь страшно тоже, я знаю. Здесь надо поаккуратней.
Да сейчас тварь это появится. Что, нет, не появится. Ну и ладно. Нашим легче. Да? Чуть-чуть надо, ладно. Ты умри. Изыди. Нечисть. Да, вот сюда. А, нет, не сюда, блин. Это сложный босс. А, чёрт. Ну ладно. Бежать к нему в любом случае не отсюда, а вот отсюда. Блин, к нему бежать далеко. Ох. Я не знаю, я не нашел ближе. Ближе пути к нему. Вот только через топку души нашел. Здесь есть ворота запертые. Которые хрен знает, как открыть. Через них, конечно, было бы вообще найс бегать. Но, увы. Чё тут? Записочки. Я вот сейчас, чтобы... Вот, вот здесь есть ворота. Но они заперты. И к ним надо... Крио. Протокол. Где его взять, хер его знает. Видимо, еще один босс есть. Ну или... Или может быть... Короче, не знаю. Не нашел я протокол Крио. Сколько не бегал тут. Парень, ты будешь шевелиться? Ну, давай. Так, теперь главное не... Здесь вот не сдох. Не сдохнуть. Ибо здесь... Во-первых, FPS падает. От всего этого дыма. А во-вторых... Козлы всякие бегают. Не нужны. Так. Блин. Пришли ведь, суки, за мной, а.
18. Блин. Ну, сколько даст? Это ни о чем. Так, а что мне там понадобится? Ладно, пофиг, пошли. Так, сюда, да? Или сюда? А, не-не. Вот сюда. Бежать далеко до него. Ну, я один раз пробегу. Я его, скорее всего, с одного раза-то не завалю. Потому что он уж больно. Больно уж он. Геморройный. Чем со стаминой, блядь? Пуру-пупуру, пум-пуру-пупуру. Козел. Вот-вот. Начинаются, блядь, чудеса. Но это плохо, это плохой трай. Потратил много хилок уже. Ну ладно. Крен с ним. Не, ну должен быть обелиск где-то еще, потому что, ну, я не верю, что его нет. Другое дело, что я его не нашел, это да. Ну, поближе, в смысле. Отсюда бегать вот до босса, это вообще пипец. То есть вот, это вот через эту бездну. Наверняка там обходной путь есть, но, блин, как его найти, хрен знает. Если вы знаете, где стоят враги, игра становится намного проще. Ну, понятно, да? Потому что первый раз тут сосешь по полной программе, тем более без с хреновым оружием. Да я и сейчас сосешь, видишь? Даже сейчас. Так, ну допустим. Вот, а дальше уже босс. Собственно, босс, он... Он вон там ходит.
Хорошей идеей было бы его вот сюда вот заманить. Но хрен, он встал не там. Вон он. Хотя может получится, ну-ка сейчас. Чтобы он вот здесь вот обосновался. Это было бы хорошо. Можно чуть-чуть побить. Э, куда пошел, козел? Как же я? Сложность этого босса в том, что он призывает. Во, он тихо. Ангел. В немеренных количествах. Если я туда пойду... Они на меня все толпой нападают сразу. Энергии нет, ничего нет. Вот. Ангелы-то сами по себе не сложные, но они морозят, не дают двигаться, если попадают. А если... А если это падло... Если этих... Может быть, ему не в голову надо стрелять вообще-то, я не знаю. Да отвали ты от него! Блин, вот началось, началось, твою мать. Когда я заморожен, я двигаться, двинуться не могу. Ну, могу, но очень медленно. Так просто. А я, короче, бегал тут, вот сюда, вот, вот он здесь ходит. Вот, вот ангелы появились, собаки. Пиздец, вот видишь, что происходит? Вот именно такой геморрой происходит, когда сюда забегаешь. А еще их штук 5 сразу на тебя нападает. Ну, может быть, не 5, но 3 как минимум. И все, и ты там, короче, гребешь по полной. Интересно, убийство босса считалось, нет? Блин, да отвалите от меня, ёшкин мышь. Ёшкин мышь. Это просто пиздец, что здесь происходит. А-а-а.
Ну, ладно, я путь до босса не буду показывать, чё. А хотя, чё бы не показать. Вот сейчас чуть не сдох, например. Чуть не упал. Пофиг, ладно. В общем, вот если такой тактикой этого босса валить, то он не сложный. Ну как, он не сложный. А если к нему бежать и в ближнем бою его бить, как я первый раз делал, тогда он сложный. В общем, имеет смысл прокачать какую-нибудь снайперку. Да блин, зараза! Надо еще с... Надо еще со снайперками, конечно, разобраться, но мне вот это вот, в принципе, мне это и хватает. Я не утверждаю, что она самое лучшее. Но мне ее хватает. Так, у меня один вопрос. Босс дохлый или нет? Вроде бы дохлый. Блять. Падла. Вот это падла тоже проблем доставляет. Где мои души? А, вон они. Ну ладно. Так, что тут написано? Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я не вижу, сами читайте. Так, код атаки и специальный компонент, да. Вообще говоря, вот эта вот локация, это как бы... ну, то есть это вот босс был, да? Как бы. В Дарке как было? Босс, ну и, собственно, все, конец локации. А тут нет. Тут босс это только начало, блядь, локации, ёптать. А, кстати, вот же она, ёптать. Ой, блин, ребята, не делайте моих ошибок. Короче, вот сюда можно пробежать, и здесь есть сейвелка. Обелиск, то бишь. Правда, с этой стороны закрыто. Здесь ключ нужен. Но я, правда, не уверен, можно ли... открыто ли здесь будет, если босс живой. Ну, то есть вот сюда добежать сначала, а по-быстрому пробежать всех. Да ты опять, что ли, заспаунился, козел? Если не тупить, делать все быстро, эти мобы, они угрозы не представляют. Пойду-ка я потрачу душонки пока рядом. Блин, вот да, вот он сейф этот. Твою мать, а я оттуда бегал, вот дебил. Так, что мне прокачать?
Выносливость, наверное, прокачается. Так, и какое-то оружие, да, дальше новое. И карабин. Тут столько оружия всякого. Это просто пипец. Это я сейчас вот еще, как бы, сейчас вот на этой локации я еще найду примерно столько же. Увеличит урон в ближнем бою. Да, тут на полу такие хуйнюшки. Майнюшки. А? Пушечка, блядь. Он не в тапке срать. Снижает урон от энергии на 20%. Ну, собственно, да. Вот. Вот, что я хотел сказать. Это проход, видимо, к какому-то следующему боссу, но... Я не знаю, к какому, потому что я до него не дошел. Я заходил на эту локу насколько-то, но... Но не до конца. Игра нарисована в мрачном таком стиле, но тут те, кто говорят, что графика, фу, вы чё, охеренная графика, вы посмотрите, как все нарисовано, это же, блядь, сколько надо труда вложить, чтобы вот так вот. Ну, те, кто играми никогда, игры никогда не делал, они, конечно, этого не поймут никогда, блядь. Хоть обосрись. Я тоже игры никогда не делал, но я чуть-чуть занимался моддингом. Маненько. И вот этого маненько мне уже достаточно, чтобы оценить размеры проделанной работы для этой игры, блядь. Я только за это буду игру уважать. И разработчиков, естественно. Тут вот в эту локу попадаешь, такое ощущение, что open world. Ну, оно так и есть на самом деле. То есть в этой локе open world, как бы, а он такой достаточно обширный, и иди куда хочешь. А мест очень много, и в каждом месте что-нибудь долежит, блядь. Интересненького. Вот, пожалуйста. Держи ухо востро. Ну, чти пизда. Так, вот там сундук стоит. Ну, вот, наверное, спрыгнуть за ним, что ли, сразу. Ружье скитальца. Тут пух еще будет, блядь. Еще, наверное, штук 10, наверное, я нашел. Так, тихо.
Вот, еще один разделитель изумрудной роты. Разделитель изумрудной роты. Еще какой-то дробовик, походу. Даже не знаю. Код поддержки. Тут очень много вот таких закоулков, в которых лежат всякие приколюхи. Вот, например, код поддержки. Еще тут где-то лежит. В общем, много всякого говна разбросано. Вот автоматический стабилизатор, пожалуйста. Ай, парень, ты будешь попадать? Нет, твою мать. Блядь. Петушит за... Меня тут завалили один раз. Когда я сюда приперся. С неподходя... Когда я сюда пришел, не будучи богом еще. А, хотя нет. Я уже был. Я уже был, и это оружие, я сюда ходил. Ну, короче, не помню ничего. Забыл уж все. Убили меня тут, в общем. Чуть ранее. Как уж в сталкере дробовик-то автоматически назывался, забыл я. Вот это то же самое практически. О, третье оружие уже, наверное, или четвертое даже. Сбился со счета. Не знаю, насколько это надо, конечно, но сам факт того, что они... Ребятки не поскупились, сделали столько видов оружия, это уже о чем-то говорит. О многом говорит. Я бы даже так сказал.
FPS тут, ну, у меня проседает FPS из-за вот этого всего. Не ломается, зараза. Из-за этого всего обморожения, дыма, пыли. Не справляется моя видеокарточка со всем этим. Я ничего поделать не могу. Так. Всяких закоулков, вагон с телегой. Вот, чуть не прошел. Пятая пуха. Разрушитель мирового. Надписи я читать не буду, сами читайте. Они бессмысленные, как по мне. Или в них очень тайный смысл, блять, какой-то. Очень тайный. Настолько тайный, что... Надо стать... Самому надо стать тайной, чтобы понять, о чем тут пишут. Вообще. Это не для меня, сори. Поэтому я даже это читать не буду. Я читал. Ничего не понял. Ну, то есть понял, что это полная бессмыслица на самом деле. То, что они тут пишут. Оно как бы не бессмыслица, оно как бы фэнтези, но... Додумай сам называется. Вот именно поэтому я и не буду это читать. И причем достаточно плохо озвучено. В Дарке, если говорили что-то непонятное, то там действительно было это непонятное, но с... Короче, ладно, не буду я эту философию разводить здесь. Нахер она никому не нужна. Я просто буду шмалять. Гораздо интереснее. Вот это место. Вот это клешня. Причем клешня какого-то паука. Ну или не паука. Вот я сейчас подумал, не оживет ли эта хрень чуть позже. Очень может быть. Получаем урон минус 25. Отлично. Нас тут прям готовят такой к мегабит. К мегабитве. Защиту дают, все дела. Здесь где-то крендель сидел. Вот он. Я помню, козел. Шестое. Я считать буду, блядь, специально на. Сколько тут оружия нападает. Так, ладушки. Вообще-то здесь где-то сейвелка была, сколько я помню, да, вот она. Я просто через задний двор прошел. Седьмое оружие. Восьмое, блядь.
Это вот только вот в этой локе, вы представляете, уже 8 пушек нападало на. Нож Каэля какой-то, хрен знает, что за фигня. Я не знаю. Так, Левер вроде бы ходил. Ладно. Так, тут я прошелся. Тут я... прошелся. Так. Сколько надо-то? А сколько, правда, на уровень надо? 41, 42. 12 тысяч надо. 12 тысяч. Это дает... Так, чё тут надо, фиг его знает. Я все подряд качаю. Фиг. Нет, ну-ка дай-ка перезарядку сделаем еще лучше. Вот, да, вот перезарядка. Хотя можно, конечно, посмотреть, что за пушки, но тут, блин, тут их столько. Разрыватель цепей. Тоже, наверное, офигенная пушка. 450 патронов. Перезарядка что-то долгая. Но она, наверное, станущая. Ну-ка. Нет. No. I'm sorry. I'm sorry, no. Я этим пользоваться не умею. Что еще дали? Ружье скитальца. Ну, ружье скитальца это... наверное, так себе. Я так понял, тут вот зеленое, синее, фиолетовое и... желтое самое лучшее. По имбовости. Разрушитель милов. Тут, конечно, повторяется многие оружия, но тем не менее черный клинок я им даже пользоваться не могу, потому что ловкости нет. Разделитель изумрудной роты. Нифига у него урон даже больше, чем мой. Серьезно? Ух ты! А, подожди, не то оружие. Во. А, ну он понятно. У него урон-то больше, но скорострельность. Сюда какую-нибудь. А, сюда нельзя поставить, да. У меня тут стояло вообще? Да ладно, пофиг вообще-то. Просто пошли дальше.
Да. Слоупочить тут нельзя. Быстро. Быстро отхватишь. Здесь был? Был. Ладно. Что, сюда? Вот здесь я уже не был, то есть, ну... А, нет, вообще-то я доходил до этого места тоже. Арден Братуарий. Но я, по-моему, ту локацию еще не все исследовал. Там, если походить, еще можно кое-что найти. Ладно, пошли дальше. Да, и тут вот такая вот дрянь есть. Я тут, скорее всего, сдохну. Как ее обойти, я даже не знаю. Точнее говоря, вот так вот. Писта. Так, ладно, в следующей серии дальше пойду. Пока-пока.